Друзья, всем привет! Хотел бы поделиться с вами замечательной вкусной закуской из грибов шампиньоном. Так готовят в Италии. Хотел бы поделиться и с вами очень быстро вкусная закуска. Сейчас разогреется наш примус. Я не буду показывать, как нарезать мелко чеснок, петрушку. Я думаю, это каждый умеет. Я уже буду показывать момент готовки. Сейчас наш примус разогреется. Ставим сковородку и вперед. Нагреваем сковородку. Наливаем масло. И хорошо сковородку разогреваем. Так, сковородка нагрелась. Кидаем грибы. И грибы кидаем мы целиком. Мы их помыли, чуть-чуть подсушили. И кидаем жариться. Хотелось бы, чтобы сковородка была полная, чтобы не именно жарились. Процесс пошел. Самый главный секрет в этом приготовлении – грибы должны быть целые, не так быть сочными. Все, они чуть-чуть поджарились, мы перевернули, пересолим. Не посолим, они пустят сок. Аромат все, конечно. Теперь накрываем крышкой минут на 10. Ждем. Ну вот, мы видим, грибы отдают свой сок. Ну вот в таком режиме под крышкой оставляем их минут на 10, чтобы они выпустили весь свой сок. Через 10 минут откроем. Итак, друзья, прошло 10 минут, снимаем крышку. И даем этой влаге полностью испариться. Все, друзья, влага испарилась. Теперь добавляем порезанный чеснок. И все это перемешиваем. Такой аромат чесночка. Такая красота получается, вообще запах стоит супер. Вот, обжарили мы чесночки. Теперь добавляем петрушку. И на таком вот, перемешивая 3-4 минутки и грибочки у нас будут, как в Италии, готовы. Ждем еще пару минут
и все будет супер. Ну что, друзья, вот получилась такая прелесть у нас. Грибочки. Очень мягкий, очень сочный. Обалденная, очень вкусная закуска. Всем рекомендую. Пробуйте. На природе особенно это очень вкусно. Можно есть их так, можно с гарниром. Как вы пожелаете нужным. Все, всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, дизлайки. Всем пока. Замечательно получаются грибы. Самое главное, что сочные, не пережаренные. Замечательная закуска. Можно и просто есть, можно с гарниром. Ну а сейчас я сделаю кофе. Заварю, точнее, на примусе. Очень удобная вещь. Быстро, надежно. Самое главное, чтобы в умелых руках. Потому что надо с ним обращаться нормально. И вовремя чистить. Менять резинки. Ну, а вам желаю всего хорошего, мира, добра. Удачи, успехов в развитии ваших каналов. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, дизлайки. Всего вам хорошего. А мы будем пить кофе.